Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Схватки гигантских роботов. Это грандиозное зрелище из нового фильма Майкла Бэя «Трансформеры. Месть падших». Не обошлось и без одноименной игры. Ее премьера состоялась на всех платформах. Мы посмотрим вариант для PC. Локализация от издательства 1С. Вместе со своими союзниками защищаем людей от неведомого зла. Игра в близкой степени построена на сюжете одноименного фильма, который рассказывает о новом поединке десептиконов и автоботов. Правда, люди из нее практически исключены. Мы будем играть исключительно за роботов-трансформеров. За хороших или плохих решать вам. Есть две полноценные компании — за тех и за других. Каждый робот имеет три режима. В первом он передвигается на своих двоих и может сражаться в рукопашном поединке. Второй режим задействует огнестрельное, лазерное и другое оружие дальнего боя. И, наконец, третий — это транспорт, когда робот превращается в свое средство передвижения — автомобиль или, например, самолет. Управление в результате далеко не самое простое. Чтобы разобраться с комбинациями клавиатуры и мыши, нужна немалая сноровка и опыт. Зато в случае успеха вас ждут роскошные битвы гигантских роботов. В плане пиротехники у этой игры немного конкурентов. Взрывы и разрушения даже затмевают не самую эффектную графику. Игра действительно интересна, экшен получился отличный. И если вас не смущают высокие системные требования, то второму пришествию трансформеров стоит дать шанс. Для поклонников фильма таки вовсе обязательное приобретение. Духу фильма игра вполне соответствует.